Сегодня дорогу нашей группе подсказали звуки песни. Наши солдаты столкнулись с использованием боевиками оружия нового типа. Раньше химическое оружие использовали в ракетах и бомбах, как случилось в Хан-аль-Асале. В этот раз маленькие пластиковые трубочки, содержащие отравляющие вещества, взрываются с миной. И все это подключено к камерам наблюдения и мониторам и приводится в действие дистанционно. Сегодня мы разминировали 7 таких устройств, которые были отправлены в лабораторию, и множество мин, содержащих С-4. Наш сегодняшний рассказ о сирийских саперах. Одной из основных задач саперов является разминирование местности и зданий. Часто эту задачу им приходится выполнять или под огнем противника, или в непосредственной близости от него, под угрозой огня снайперов. На очищенных от бандитов участках день за днем бригады саперов практически непрерывно занимаются обезвреживанием взрывных устройств террористов. Опасная работа стала для них будничной. Слаженно и спокойно саперы разделывают очередной улов. С4.
flask. Swimming. Hey. Ooh, it's so hot, bro. Hey, where's the girl? К сожалению, обезвредить удается не все. В этом случае саперам приходится уничтожать мины бандитов подрывом на месте. Good. Good. Yes, sir. Отдыха не предвидится. Обезвреженные мины вывозятся и уничтожаются. Сирия против государства воюет настоящая террористическая армия. Террористами налажено настоящее производство боеприпасов и самодельных взрывных устройств. На смену гексогену пришла взрывчатка С-4. В дополнение к самодельным взрывным устройствам в комплекте к ним идут вот такие трубки, в которые заливается какое-то химическое вещество, и в результате взрыва происходит двойное поражение осколками и химическими веществами. Господин полковник, мы поставили на вас и ваших бойцов на линии соприкосновения. Что сегодня применяют боевики против сирийской арабской армии? قام الجيش المسؤول بعملية نوعية ما بين المنطقة الواقعة ما بين جوبر ومنطقة القابون اللي هي в ходе спецоперации в районе между Джобаром и Аль-Кабуном, включающем несколько крупных промышленных предприятий и электростанций, было найдено огромное количество мин различного типа, местного и иностранного производства. Было арестовано несколько специалистов, которые дали показания в том, что они прошли подготовку по изготовлению мин в разных странах, в том числе в Турции. В этих минах используются различные взрывчатые вещества, в том числе С-4. Мины для минометов фабричного производства и самодельные. Ручные гранаты с фитилем для задержки взрыва. Это ручное производство. По виду она похожа на F-1, которую использует сирийская арабская армия. Поджигают фитиль и бросают. Различные самодельные мины, содержащие С-4. Изготовлены они из металлических цилиндров, начинены сильным взрывчатым веществом, которое не используется в сирийской арабской армии. Доставлено оно в Сирию контрабандой. والذي قام بتصنيعها حكما متبع دورات خارج سوريا لأنها عبوات موجهة وهذه العبوات
есть мины, которые изготавливаются обученными специалистами. Это мины направленного действия. Они ставятся на обочину, и целью являются проходящие машины. Она может пробить железные двери и бронетехнику. А также мины различного размера, использующиеся для подрыва домов и автомобилей, для уничтожения большого количества людей, в том числе и мирных жителей. Но благодаря мужеству наших саперов, которые делают все возможное, им безразлично содержание мины и ее тип. Они работают и обезвреживают их. В чем особенность минирования? Боевики минируют абсолютно все. Дороги, здания, автомобили. Независимо от того, государственные они или частные. Все входы, выходы, перекрестки. Для того, чтобы мешать армии продвигаться вперед. Но благодаря саперам все разминируется. Эти герои – это новейшая история Сирии. Они идут впереди, солдат рискует своей жизнью, разминируя дома, дороги, инженерные сооружения. Многие из них, к сожалению, подрываются. Агентство «Анна Ньюс». Марат Мусин, Василий Павлов, Игорь Надыршин, Виктор Кузнецов. Сирия. لك عالمنا وتحزن للأسد تحيا العراق.